за конфетки такие? Вау, какие-то арбузики. Прыгаем на них. Милана, тут будь аккуратна. Вау, я дальше вижу бинбузл. Папа, подожди меня, куда ты так убежал? Вау, Милана, я уже дошел до конфет бинбузл. Посмотри, я прям на них прыгаю. Да, я вижу бинбузл. Обожаю эти конфетки. Ух ты, мы с тобой дошли до конфет баунти. Прыгаем на них. Ау! Ой, папочка, аккуратней. Я появился тут, сейчас я тебя догоню. Как ты далеко убежала? А я прыгаю прям конфеткам M&M's. Я бы их сейчас кушал. Давай, папа, догоняй меня. Тут какие-то печеньки идут. Осторожно, не упади. Вот, здравствуйте, это что, магазин конфет? Мы сюда пришли, я хочу купить себе конфетки. У вас есть конфеты? К сожалению, у меня для тебя нет конфет, парень. Давай, иди дальше отсюда. Ну как же, вот же чупа-чупсики, вот конфеты. Я не понял, вот они прям, дайте мне их. Эти конфеты нельзя есть. Проваливай отсюда быстрей. Какой-то он злой, посмотри, сколько тут конфет повсюду. Ой, голодно. Голый ММДМсик, там лейсы, вон чипсики. А тут какое-то желе, посмотри, продают. Взял, заколотил дверь и не выпускает нас отсюда. Что за злодей такой? О, там еще что-то есть. Здесь много конфет, но здесь и злые конфеты. Давай, уходи, говорю, отсюда. Пойдем сюда. Ладно, друзья, пойдемте посмотрим. Мы сегодня пришли в большой магазин конфет, и мы находимся прямо здесь. Вот здесь кто-то рассыпал шарики, эти конфетки. Все знают, да, знаете, кругленькие такие. Такие жвачные. Да, кто кушал их? О! А вот леденцы. А вот и чупа-чупсики. Да. Ну, какие-то они здесь одного цвета, что ли? Это баблгам. Баблгам со вкусом баблгама? Да. Хорошо, идем дальше. Я тебе велел проваливать отсюда. Ты что здесь делаешь, а? А я просто смотрю, какие у вас тут конфеты есть в магазине. А это что такое, Милан? Это жвачка! Тетя меня взяла, толкнула. Тетя! Мы не вместе упали. Ух, тетя Мотя. Тетя, ну-ка давай ты иди первой. О, тетя, ну да уж. Тетя, видать, не видит, куда идет. Вот же линия, тетя, смотри, вот так не надо. Видно, что ли? Аккуратно проходить. Проходим дальше, друзья, в следующую комнату, и здесь нас склад. Тут заводят конфеты. А там что такое? Во. Пошли туда. Там какой-то конфетный монстр, по-моему, там зубы его торчат. Я думаю, что мы скоро до него доберемся. Ах, девочка опять столкнула. Девочка все время нас толкает. Мы попали к ним на склад. Здесь они упаковывают конфеты, дальше отвозят их в магазины. В общем, здесь полностью такая работа идет по сортировке конфет. Угу. Проходим сюда. Люк. Люк. На красный. Нет, голубенькая. На красный. На красный. Теперь на красный. Спасибо тебе, Милана. На белый надо было. Да-да-да. Ладно, друзья, проходим сюда. А как вы думаете теперь, какая белая, на красная голубой, или синяя? На голубой, на голубой. Давайте белую, я думаю белая. О, видите, я прав оказался. Теперь красная. Есть! Я был абсолютно прав. Я перехожу в следующую комнату. И здесь нас встречают наши любимые конфеты, как... M&M's. Абсолютно верно. Правильно, кто любит конфеты M&M's? Я люблю конфеты M&M's. Но я люблю конфеты M&M's только с орехом. А вы какие любите? А я люблю с белым шоколадом. Ну ладно, проходим сюда теперь. А мы здесь встречаем огромные леденцы. На Новый год. На Новый год, да, их обычно дарят такие леденцы на Новый год. Так, осторожно, леденец, леденец. Хорошо. Красивый он. Красивый? Да. А почему тогда нравится внизу розовая жидкость? Может быть, из этой жидкости делают эти конфеты, но она горячая. О, ментос или минц? А, у нас такие есть. Это какие-то мятные конфеты, друзья. Ну, пап, у нас такие есть. Помнишь, мы открывали на Family Bob's World? Может быть. Наверное, вы делали с мамой обзор на них, но я-то не знаю про них. Здесь какие-то шевелящиеся коробки. Перепрыгиваем через них, проходим дальше, и дальше мы доходим жвачка. До жвачки. Баблгам! Только что это за жвачка? Я такую жвачку никогда не жевал. Что это? Я ела обычную баблгам. Я не знаю, я такую не пробовал. Друзья, вы пробовали такую марку жвачки? Пластик Гам, Блок, Сиф. Это, ну, какая-то с Роблокса жвачка. Такой, ну, в жизни нет жвачки. Мы с тобой попадаем в комнату с огромными шариками. Это нам все опять жвачка. Перепрыгиваем через жвачку. Вот такая у нас сегодня обе, друзья. Вау, ну как же без мороженого? Конечно, конечно. I like ice cream, а ты? Я тоже люблю, да. Десерт. Десерт в стакане. Это мороженое в стакане. Или мороженое в стакане. Ну, прикольно.
Слушай, а прикольный у них магазин? Ну я не могу понять, почему мне этот парень не продает конфеты. Он какой-то злодей. У него красные глаза, он недовольный. Ладно. Он сегодня с той ноги встал. Ага. А, вот эти чупа-чупс, ну, у нас есть такие... Нет-нет-нет, я думаю, знаешь, это что? Это такая штука, ее вот сюда делают, и из нее как будто язык вот так торчит. Такая цветная радуга. Они как желе такие, я думаю, это они. У нас такая же есть дома, только чупа-чупс. Мы с тобой проходим дальше и заходим к этому миленькому чувачку. Это... Что это? Мармеладные сердечки. Никогда не видел мармеладных сердечек. Разве они существуют? Да. Кто пробовал мармеладные сердечки? Вот знаешь, что есть мармеладная кока-кола? Мармеладная кока-кола? Нет. А, да. А я не могу никак перепрыгнуть эти мармеладные сердечки. Они все время мне делают... Есть! Все-таки я это сделал. И в следующей комнате что там? Давай-ка заглянем. Вау. Это какие-то пончики, что ли? Это морковка. Какая морковка коричневая? Друзья, что это? Как вы думаете, что это? Я не знаю, что это такое, но это что-то вкусное и сладкое. Но я без понятия, что это. Это, наверное, вот эти палочки, которые мы ели в Таиланде, такие сахарные, вкусные. Хорошо, а вот это что такое черненькое? Что это? На чем я прыгаю, друзья? А, это были... А может, Орео такие, знаешь, трубочки Орео есть же? О, вот это кока-кола! Кока-кола, нет, это просто мы по газировке прыгаем. Тут кубик льда. Как он летает. Да, это кока-кола в ледяной воде, нам поэтому лучше в эту воду не прыгать. Проходим через кока-колу, идем дальше. Мы заболеем. Посмотри, сколько здесь опять рассыпали этой жвачки. Цветный. Проходим через это все. Это теперь у нас не жвачка, а что? Будет у нас тогда Skittles. Ну, о, банановые конфеты. Банановые конфеты, прикольно. Нет, просто бананы. Просто бананы? Да. Кто любит бананы, друзья? А есть банановые конфеты? Напишите в комментариях, любите ли вы бананы. Я люблю бананы, но мне кажется, самые лучшие бананы это где-то в Таиланде. Хорош болтать, проваливай с этого магазина, я долго буду за тобой гнаться. Парень, ну мне так интересно посмотреть, что вы продаете. Ну пожалуйста, мистер, все, до свидания, о, пока. О, шоколадки. Знаменитый шоколад, очень довольно-таки вкусный. Да? Но мы его, по-моему, не пробовали, хотя бы пробовали. И мы с тобой попадаем. На голубенькую. И делаем «ы». На зелененькую надо было. На зелененькую? Хорошо, давай попробуем. Кто-то тут просто умничает сидит, по-моему. Попробуем на желтую. Желтенькая. Теперь зеленая. Голубенькая. Теперь зелененькая. Зеленая. И ура! Мы это сделали! В ФФГ ТВ прошли дальше. Милана и папа прыгают по каким-то конфетам. Витаминки. Витаминки, это дрожже. Да. И внимание, супер трек! Да, 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 давай пять. Отлично. Ладно, друзья, мы тем временем снова прыгаем по этим драже. Которые кексиком сыпят. Все, я практически их перепрыгнул, и я могу посмотреть, что там в следующей комнате, а там какие-то красные... Это желейные красные такие конфетки, я знаю. Я не знаю. Я же ребенок, я все знаю. Действительно! Как я мог раньше про это не подумать? А это я сейчас на чем прыгаю? Не знаю. Ты же ребенок. Так, а это что такое? Что-то это не симпатичное, мне не нравится. По-моему, у них глазики есть. Что это такое, друзья? Коробка от них есть, они здесь упали, вывалились. Так, ну ладно. Нам не туда, нам не туда. Ты думаешь? Да. Да. Ой. Ой. Что это? Кажется, мы с тобой выбрались на улицу. Вот. Так. Все? Друзья, мы вышли в город. Машины квадратненькие сделали нам... Почему до машин нельзя прикасаться? Что за бред? Ну ладно, в общем-то пойдемте сюда, друзья. Нам надо бегом бежать. А вот он, пап, стой, вот он. А, вот магазин. Мы был... его обошли. Да. Вон он тот дядя злодейский, который продавал нам конфеты. А ну-ка сейчас, дядя, иди сюда. Где ты здесь? Вон он тот злой дядя. Продает все там конфеты, не пускает посетителей в свой магазин. А мы побежали, наши ножки бегут по дорожке. Это только красные машины. Красные машины. И что мы здесь видим с тобой? А, давай возьмем зелененькую штучку и... Пойдем на монстра. Нет, я же сказал зелененькую. Пойдем на монстра. Ну-ка пойдем, друзья мои, что там? Мамочки. Смотри. Посмотри.
Он захватил какого-то приятеля. Это он и был. Это конфетный монстр! Папа, это помнишь, который был плохой? А, это этот плохой дядя, он его съел, который жадничал своими конфетами. Конфетный монстр, как тебя одолеть? Может быть, надо тебе зелененькую штучку? На. А, вон там еще один конфетный монстр. Ну-ка, друзья, давайте подойдем к нему поближе. Посмотрите, он тут высунул язык. Это он на склад. А, это он на склад прям лезет. Ну что, друзья, сегодня мы с Миланой вот такую карту сделали обе из конфет и прошли вот эту конфетную страну. А вы сегодня были на канале FFG TV. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Всем удачи, всем пока-пока и хорошего настроения!